Миссис Россия 2016 нижегородка Юлия Ступишина будет представлять нашу страну на конкурсе красоты «Миссис Земной шар». Он пройдет в декабре в китайском Хайнане. Подготовка к конкурсу заняла большое количество времени, ведь королев там ждут во всей красе. За 12 дней участницам предстоит очень насыщенная программа: фотосессии, репетиции, различные благотворительные акции и тематические вечеринки. В гардеробе Юлии Ступишины на конкурсе будет 12 платьев, 11 из которых создала нижегородский дизайнер Ольга Рыхлова-Парле. Еще одно платье, в котором должна будет появиться на международной сцене Юлия Ступишина, из коллекции «Хохлома». Коллекция была создана в 2015 году дизайнерами Людмилой Кириковой и Максимом Засыпкиным. Кстати, как призналась директор регионального конкурса «Миссис Нижний Новгород», именно народные промыслы принесли им удачу при организации поездки в Китай. Мы приехали на конкурс, так как первый раз, мы решили со всеми познакомиться. И Нижний Новгород, он достаточно очень гостеприимный и щедрый город. И мы в подарок привезли хохломские сувениры, которые нам любезно предоставила хохломская фабрика. И, наверное, мы подкупили вот своей какой-то теплотой, вот, что к нам отнеслись очень позитивно. Мы должны показать все самое лучшее, красивое, русское на международной арене. Поэтому мы в основу коллекции заложили все самые прекрасные российские образы. Это Елена Прекрасная, Екатерина II, Царевна-лебедь, Снегурочка. Элементы вот этих образов присутствуют практически в каждом платье. Мне как бы приходится сейчас учиться ходить заново, можно сказать. То есть мой хореограф был крайне недоволен тем, как я хожу. Хотя сказал, что он присутствовал на конкурсе «Миссис России» на финале. Он сказал, что ты там так не ходила. Вот. И то есть сейчас вот он занимается моей походкой и всякими элементами разучиваем именно сценическим для сцены, для представления разных костюмов и хореографические номера. Плюс это, конечно, постоянные примерки, потому что костюмов много, и постоянно что-то дорабатывается.